Да, він перший раз полетів у 1961 році. Його фамілія була Гагарчук. У второй, когда второй раз летал, Гагаринко фамилия была. А уже при Брежневе, Брежнев сказал, поменяй фамилию на Гагарин. Вот. И он, когда он, этот чубун его был, вот этот хохолек под шлемом, он его под шлем прятал, под шлемом была тюбетейка, под тюбетейкой он прятал хохолек. А еще вот эти... Под костюмом у него, под этим космонавтовским костюмом, у него были желто-блакитные шаровары. Он их в сумах подарили. А еще когда он на 14-м витке пролетал, он увидел Всевышнего, Господа Бога. Стекло опустил, высунул голову и крикнул «Слава в Украине!» И Бог громогласным голосом ему говорил «Слава!»